Не ломай мозг, звук. Звук прекрати. Блять. Так, что у нас там почем? Че почем, какие гвозди? Пистолет холодный, автомат, а снайперская особая. Че там рейлганы, блять, где? Шернал, это вообще тот, что я скачал, то что. Частота обновления 60 кадров есть. Стиль комикс. Комикс? Давай-ка мы дальность видимости мы сделаем на максимум. Применить. Спасибо за хост. Какое качество теней низкое. Мать ваша. Приключения. Самодействие рдов. Окей. Окей, окей. Надеюсь, микрофон будет нормальный. Блять, надо же было лёгкий взять, это жёсткий шутан. Логика. Спасибо за хоз, Мухич. Сука. Блядь. Ты гениальная игра. Не знаю, как меня. Самый, блядь, долгое затемнение. Блядь, просто... Шел 30-й год, блядь. От начала стрима. О, да! Господи, это же топ. Это топ. Что у него с лицом? Спасибо за фоллоу. Я без рук спускаюсь. Берешь ручки вот так, опа, все. Блять, как же он передвигается долго. На меня напали корейцы. У одного корейца взорвался пукан. Поехали. А, подожди, точняк. Бля, ну ебать он какой тяжелый-то. Либо я низкий. О, да! Та самая легендарная погоня. Засекаем, сколько убили. Два. Нахрен все спустился. Вот точно помните сейчас. Корейцы выскочат с бочкой. Почему у корейцев, правда, калаши? Так, подожди, че куда? Че почем?
Надеюсь, меня не задавит. На, он меня ждет. Б, бег. Третий человек. Сука. Пятый. Удачи, Фауст. Это был наш шестой чувак. Пашем. Там даже бочек не было. Даже было небо бочек. Блин, конечно, бег. Тут... О, все, я сдох. Блять. Последняя запись. Давай. Надеюсь, он сохранился. Не будем сначала вместе проходить. Охуенно. Тут есть сохранение? Ладно. Сохранение есть. Можно будет сейвиться на каждом шагу. Сохранение в 5. Вулкана. Понятно, что автосейвов у нас тут вообще нету. Как у врагов интеллекта. Простите, что это за хуйня вообще? Что-то уж больно долго до него пульт доходит.
Все-таки сдох. Не, ну хотя бы стрельба нормально сделана. Спасибо на это. То вот как у антикиллера вообще невозможно играть. Да и тем более вся конный режим есть. Это вообще топ. Все разрешения есть. Слушай, он вообще умрет? Что-то опять там умрет, хуё моё, блин. Блять, сказал, что я засовиться успел. С вами даже более патрон закончится резко. Там все на этом деле. Подожди, какого хрена? Один из патронов как два, блядь. Походу я не доживу. А, вот так, оказывается. Надо самому нажать кнопочку. Все сработало. Ты че все равно летает. Кстати, этот в раз лучше шутан, чем этот ссаный, блядь. Солдат удачи, блядь. Возмездие, блядь. Так. Что-то у нас тут. Хотя тут прицелиться нельзя. Это... очень плохо. Походу меня убьют, да, меня убили, я. Как в воду блевал. Просто тут понятно. То, что нихуя не понятно. Может целиться, начнем с этого. Это дополнительно атака, блядь, правоконка мышь, которая никак не функционирует. Нам еще предлагают отогнать поезд. Это вообще... это, по-моему, эта игра топ. Не знаю, че я угораю с нее. Еще сейчас научат, блядь, как водить поезда. Это вообще заявить будет. Навыки-то. Навыки. Ну, конечно, как калашматит эти двери, это вообще жесть.
Ё-моё! Опять стоп поездочка. Чувство нас расхуярит с такими успехами. Да как можно увидеть эту шелупонь-то, блять, когда в пузе едет, блядь, половина пуль через решетку, блять, когда там, блядь, может рука человеческая пройти, блядь. Я не гонял скакет в тот момент, когда уже, блядь, я попасть не могу. Даже, по-моему, разработчики поняли, что дело пахнет керосином, эту игру пройти будет невозможно без сейвов. Потому что они забыли добавить их, сука. Еще немного! Там же аптечка лежит! Какого голубя? Лайпку-то сам с ним. Смотри, кажется, в разы полезнее Парищенков, чем наши союзнички долбоёбы, блядь. Во всех остальных играх, блядь. Вообще, это топ. Это игра лучшая, блядь. Значит, с него рал. Но союзники в разы лучше, чем в современных играх. Да и в прошлых играх. Ну, так, кстати, до этого момента вообще, по-моему, не доходил. Да, да. Все ясно, вот даже не совпадает текст с озвучкой, блядь. Топ. 11 сентября. 11 часов. Что за такой? Даже тут, блядь, отличается. Что у нее с глазами? В одном Парищенкова-то нормально все. А у этого-то что? Крышу лифта. Блядь. И пошел. Ну, все по классике. Я один, блядь, иду воевать, а жопу тут прохлаждать. Че, как мне спускаться? Как мне спускаться? А, мы сами спускаемся.
Какие-то звуки странные. Это вообще напрягает. Неужели у нас превращается в хоррор-экшен, да? Хоррор-экшен. Это больше напрягает. Так, на чем ставлю? Где фонарик? И тут бас превращается экран в этот продолжение. Как же это называется, проков 78, блин. Немножко чем-то похоже. Что я должен сделать? Что-то на все кнопочки поднажимал. Ну, в итоге мы... А, во, рубильник. Все отлично. Сейчас пойдем посмотрим, что там у нас. И там появится какая-то хуйня. Зомби. Зомби? В инстинкте? О, господи, они со всех сторон. Их... Я не подумаю. Да, скорее всего, люди, когда прошли эту хуйню полностью. Я не хочу стать таким. Ну чё, вполне годно. Годненький шутан. Зомби есть. Шутан вменяемый. Сюжет вменяемый. Оказывается, как неожиданно для меня. Я столько раз, столько времени съебался над этим штаном, он кажется вообще адекватный. Вот это неожиданный поворот. День я все-таки прожил не зря. Получше там всяких. Да уморишься. Тебе надо нажать на кнопки на панели, блядь. Такой... Блядь, меня что-то жизнь снимается, конечно, это вообще меня не радует. Конечно, у героя жопа толстая, блядь, он прыгать не умеет, он как, блядь, Марио, блядь, с гантелями на ногах, блин. Просто, ой-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 ой. Чего у меня жизнь-то снимается? Да откройся ты. Микрофон приемлемый. Ну чё, кровотечение, что ли, или чё? Почему у меня по две жизни снимается?
какого испанского художника. Так, что там, какие кнопочки? Сейчас бы тут все понажимал бы, конечно. Но... игра не дает таких возможностей. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, полегче. Ох ты, ёпта. Прожить. Сосать немного жизни. Патронов почти нет. Жизни есть, отлично. С остальным мы разберемся. А, резомбированные появились. Во, все отлично, живем. Пошел нахуй. Так, естественно, у нас с жизнями все плохо. Должны были отспавниться два десятка зомби. Два пакета амфетамина. И мы живы. Выключай быстрей. А вот Парищенков. Бля, это топ, это топ. И разбежались опять. Я пойду на встречу стреле, я отключу основное питание базы, чтобы перекрыть доступ к сети. Мы с тобой встретимся генераторами. Все ясно? Так точно. Действую согласно плану. Удачи. Тебе тоже. Держи связь. Если, как меня не изменяет логика, даже того же года, когда я вышел этот антикиллер, значит, и не очень долго игра будет. Ёб твою мать! Возьми ты тот лом, ссаный! Все проебали, все жизни проебали, охуенно! Твою мать. Сука хитрая. Открывай песок. Я хочу песка наесться. Песок, он такой вкусный. Он полезный. В нем много витаминов. Ёбаный ты рот. Даже помойка есть, прикиньте. Помойка целая. Доступа нет. И тут тоже нет. Почему здесь так много бочек? Так, так, все, я понял. Все, я понял. Без меня нельзя.
Вон наш побежал. Да, свет, конечно, наш. Так, и чем я как-то... Куда? Все сюда надо было прыгать, да? Куда она убежала? Я, конечно, сокую туда лезть. Там нихуя не видно, и у нас фонарика нет. Прокадер, блядь, проебались разработчики с фонариками. Может, они вообще здесь не нужны. Ни в коем случае не вздумайся бошку поднимать. О, да. Обожаю, когда все закрывает какая-то хуйня неведомая. Да вообще в воздухе. Так, мы, по-моему, кругами начали ходить. Отстаньте от меня, насильники! Еще и зомбированный. Фух. Успели. Даже в этой игре вообще ничего успеть нельзя. Жизнь тебя съедает моментально. Все съедает моментально. Так, что это такое за ящик? Это ящик с патронами. Для пистолета. Ведь хрен поймешь, либо это ящик с чем. Просто так для красоты он, да, не знаю. Какой-то хипстер на меня напал, блядь, неадекватный. Урался 2004 года. Дайте мне лопату. Чем, блядь, корейцы держались на базе с зомби? Нахуй вообще. Никто об этом не может рассказать. Сюжет я, в принципе, не хочу знать, потому что, небось, какой-нибудь баянистый, блядь. Интересно, сколько он выдержит? Два удара. В принципе, неплохо. Блять. Вот если бы я сейчас с ним перестрелился, бы я потерял бы больше жизней. Потому что перезарядка дробовики такое себе дело. Вот куда идти, хрен поймешь. Только по трупу можно определить.
куда нам надо идти. Все понятно. Мне будет, сам надо сейчас обойти снизу где-нибудь. И занимайся прочей хуйней. Ёб твою мать. Что-то, кстати, микрофон далеко стоит. Да и тем более, нахрен от российскому солдату G36. Чему чё, калаша что ли не дали? А? Так, я слышу зомби. Я вижу карточку. Ну нихуя себе карточка, блядь. Такую карточку можно зарезать. Блядь, тупый тут, конечно, жестко. Значит, мы сейчас попадаем в эту комнату, да? Больше ничего нет. Отлично. Прям через жопу сейчас будет проблема. Надо садиться. А, блять, ну тогда нахуй нам карточка нужна была. Поехали. Чё? И чё? И как? Так, одно сожрали, походу. Там есть кто-то в туалете. А птичка. Бронежилет. Так, захочешь, что там аптечка сидит. Сука, блять, российские шутеры. На любых это вообще пиздец. Это еще московский апокалипсис я не скачал. Потому что никто на раздаче не сидит. И он будет качаться 5 миллионов лет. Потому что скорости там нет почти. Еще одна очередная, блядь, карточка, блядь, с размером с дом. Все ясно, все понятно. Нет, теперь уже ничего не ясно. Финиш. Так, если... Ну, у нас, как скажешь, как обычно, там успеем за секунду до взрыва все разминировать, там бомбу какую-то, все такое, ля-ля-ля. Типа боянится сюжет. Ага, конечно. То есть... Если по этой логике, значит, у нас осталось 7-8 миссий. Я, честно, не знаю. Это были те ученые, которые были близки к разгадке тайны. Для них у меня плохие новости. Хуёво они ученые. Я так понял, это те, кто причастны к этой игре.
Вот если бы он бегать умел, мы бы быстрее бы все сделали. Ну как его жопа весит 59 тонн? Подожди, что, он икает? Он икал? Ладно. Он икал. Ты умрешь, да? Чё не в толчках делает? Что за вирус, блядь? Надеюсь, там в конце висят. Мне даже самому стало интересно. Это просто какой-то... Заставка вот это, конечно, рассказывает не то, что надо. Блядь. Сюда иди. Тварь. Блядь, это, конечно, самое хреновое, когда враг с дробовиком. Настолько хреново, что даже пиздец. Все. Какой смысл нам надо было сюда идти? И куда нам и надо идти, тем более, я уже запутался. А, вот толчки, точно все вспомнил. Я даже обосрался. С такого расклада. Конечно, тебя хрен что напугаешь, но тут неожиданно было, неожиданно. Так, он где-то ломится. Главное, калаши были у корейцев, блядь. А, зомбированы ходят с дробовиками все поголовно. Неужели было так тяжело сделать хоть еще хотя бы одну модельку противников? Ну, живого убили. Так, окей. Не, ну если в стиле русских штанов, то меня бы сейчас он меня просто с топора отлить через стену зарезал. Блять, что, книгами что ли стрелять, я не знаю. О, все, мы живы. Пистолетные патроны еще какие-то. Только шотган. Че, типа шотгана до хрена, что ты теперь его не берешь, да? О, ну понятно. Видимо, он все. Ты умрешь-то. Блять, 7 лет, блять, по нему. 7 лет по нему стрелял, и он не сдох. Это вообще. О, а интересно, я тут выберусь вообще, если залезу.
Потому что когда у нас в России такую хуйню делают, оттуда никто не выбирается. Походу его съели. Оператор сотовой связи МТС, блядь. Если противники настолько тупые, зомбятина. А почему они сейчас просто не пошли, не уебались об эту электрохуету, блядь? Просто вот забор под напряжением. Тут должен быть где-то, не знаю, либо рубильник, либо еще какая-то хренотень. Потому что вариантов маловато. На рохлеб катаемся. Ой, блять. Поехали. Не. Весело. Там таран, таран, там таран. Ладно, досейвимся. О, ноу, 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 меня током уебало. Ты посмотри, ну ты... Как должен был человек догадаться, что надо бежать по... прямо по этой... по этому коридорчику, блин. Блин, господи. Какие же вы сволочи, блять, разработчики. Вроде же должно было выключить все это дело. Ай. Еще главное в последовательности. Ооо, да ладно, белого, блять, сожрали. Пизда. Надышался газом. Блять, господи, какая же, блять, отвратительная моделька. За 10 часов до этих событий. Понятно, он куда-то летит. Все понятно! 3 часа спустя, блять. О, да. Мы вернулись в КамАЗ. Боже, какая у тебя отвратительная моделька. Ой, даже ей поиграем. Нихуя себе. Нихуя себе. У нас даже весь вал. Или что это такое вообще? ВСК. Ну да, понятно, блядь. Пожмотничали бабла. О, да. Ты можешь зажать, блядь, дыхание, блядь? Ну, хотя бы, вот это вообще, вот, по-моему, это нормальный шутан, блядь. Это нормальный шутан. Но что-то даже для каждого персонажа есть подбор оружия. Ладно, ну пистолет такой же. Девочка. Поняла, поняла. Сволочь. Почему в этой игре бегать нельзя, блядь? Почему?
За что вы так с нами, разработчики? Почему нельзя бегать в этом говне? Пиздец. И почему-то сейф не засчитался. Он гада... Это, блядь, пиздец. Он, сука, заспавнился перед лицом, мало того, что, блядь. Он, ну, мне сейчас попадание убил. Смотри, 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 смотри. Подходим сюда. Я ему попал в голову. Я, главное, засейвился, блядь. Засейвился! А сейв почему-то не сработал. Сказал, ну, типа, ну ты, блядь, чё, конечно, охуел, блядь. В отечественной игре сохраняться, ну ты чё, ебанутый, что ли? Не, ладно, вам можно было бы все засейвить. Фу, блин, засейвить, бежать. Вот, даже автоматическая игра сохранилась в этом месте. Даже я уже ничего не нажимал. Сейчас появляется противник из скалы. Скалорожденный. Как я таких теперь называю, блин, после солдата удачи. Неплохо, неплохо. Только у корейцев есть, блядь, калаши. Так, я так понял, что нам, видимо, не сюда. Что сейчас было, я просто нажал на Alt. Игра просто подвисла, блядь. Вообще бегать можно? Так, бег вперед, взгляд вниз, вверх, прыжок. Как видим, им было лень делать анимацию бега. Я даже в поле зрения появился там в секунду, может даже меньше. Уже начал ебашить по голове, блядь. Ну, это просто, конечно, молодцы, молодцы, корейцы, молодцы, смогли. Чё-то, типа он такую маленькую зигу кидает. Что это вообще такое, блядь? Как это вообще понять? Там какой-то вагончик стоит, блять. Вот вижу цель. Ну это, конечно, какой-то дебил придумал, чтобы, блять, скатывался, блять, своей жопой, блять, с небольшого склона, вы понимаете, что, блять, чтобы так скатывался, надо, чтобы был. Была бы хотя бы зима и накатанный лед. Но, блядь, никак не трава. Боже, я даже попасть не могу. Почему он так скользит?
По-моему, я сейчас ни одного попадания не сделал. Из калаша. Как это реалистично, да? Ведь с калаша так иногда хрен попадешь. Бля! Все, спускаемся. Пока есть патроны, есть жизни, мы можем спокойно играть. Господи, как же она стонет, когда запрыгивает на маленькие уступы. Походу, этот вагончик должен был взорваться. Ну так, у нас помещается всего 5 магазинов от Клаша. Ну, я думаю, Калаш сохранить до того момента, когда будет подземка. Потому что на открытых расстояниях, блядь, выебут по полной, блядь, враги. Посмотри, там, кстати, трупы лежали. Вот там, кстати, двое. Что, где, когда, кто? Во-во-во, минометчики ебашат, блядь. Как их увидеть-то, блин? А, все вижу, надо все будет отсюда просто. Я просто съебусь, потому что их за скалами не видно. Ну, одного хотя бы убил. Минометный расчет, конечно, сволочь, блядь. И... Очень хорошо спрятались. А вот, кстати, мины. Как вот от них можно пройти так, чтобы... По-моему, это невозможно. Если даже вот просто по ним стрелять, чтобы землю ебашь по ним, блядь, все, блядь, охуенно же. Кстати, а что если кинуть гранату? Блядь, ты заебал. Так, ну давай, поехали. Блять. Не, кстати, вот мины гранатами хорошо ломаются. И как, какую мне надо, на каком расстоянии надо держаться мне? Посмотри, сволочи же. Прям вот в районе головы. Поставили. Я честно никого не вижу, ни одного человека из этого расчета. Там, по-моему, даже двое было. Вот, они за этой скалой. Должны были быть. Я даже ничего не хочу решать, ничего не хочу говорить. По-моему, это слишком далеко у меня закинули, ребят. Очень далеко.
Или надо было все-таки засейвиться? Ну, потому что на предыдущую миссию закинуть, это, конечно, лучшая идея. Давай быстрее, ну пожалуйста, ну блять, ты заходишь как черепаха, господи. Овца, блядь. Фух, я ему, может, и повезло, потому что я успел убежать. Чего-то конкретно эту мину вообще не задел никак. О, блять, ты зачем? Блэд. Засовимся. Господи. Просто наставили мин, блять, на каждом шагу. Тут должны появиться враги, да. Типичный русский шутер. Этот чувак просто стрелял в скалу, я услышал. О, тихо. О, Джон Джонсон. О, да, фига. Смотри, там аптека, по-моему, лежит. Ни хрена себе. У них калашей полно. Но с калашей, конечно, стрелять вообще неудобно. На таких расстояниях, в таких играх. В отечественных. Ой-ой-ой-ой-ой. Только не падай. Давай, потихонечку. А куда нам идти, кстати? Мы все увидите, куда-то идем, а куда идем, вот хуй его знает. Русский шутер, блять, его беспощадный. Господи, ищу! У меня даже патронов нет. Не знаю, что там в него в эту. А что, так можно было? Ну ладно, допустим. А с этой-то как быть? Она на самом... Че он кричит? У него Моня? У него Моня, да, у него Моня.
Надо было посмотреть. Они же деревянные. Почему звук идет металлический, блядь? Чё, ебанутые, что ли, блядь? Кто звук делал вообще в этой игре? Так, понятно. Все понятно. О, кстати, там... Все видно, все слышно. А, вот им, кстати, эти твари. Сраный минометный расчет, блять, вот он. Один увид. Да подожди, почему ты с клашат переключился? О, давай, 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 давай. Че, можно с пинамета пострелять? Я тоже хочу. Тут, оказывается, их было больше, чем два. Их три было. Их было три. Блять. Ну ладно. Потому что там текстурка просвечивается. Можно-ка ее посмотреть. Если видно будет, да, вот она. Вот она просвечивается. Земелька-то. О, о, пошли глюки с небом. Все, я мне даже по первой картинке музыки, блядь, стало понятно, то что надо пропустить. Так, мы. А, да, мы опять же с РЛО играем. Да, все. Еще нет, но близко. Я надеюсь, мы еще и по Рищенкому поиграем. Ёб твою мать! Мужики, я сходу это не остановлю. Судя по плану, система отключается только в нижнем отсеке. Я введу код. А тебе нужно нажать кнопку, а то подача газа не прекратится. Пиздец. Сказать пиздец, это вообще ничего не сказать в таких ситуациях, блядь. Почему-то взорвалась бочка так. Ой, блядь. Ой, блядь. Я, конечно, не знаю, почему так лоханулся, умудрился упасть на контактные линии, блядь. Вообще, в принципе. Какой гений. Так-то я уже ничего не понимаю, почему тогда он взорвался. Так, ну,
По этому поводу можно сохраниться лишний раз. Потому что, ну, реально, тут как-то 50 на 50. Бочка с горючим, блядь, в туннеле. Нахуй вообще. Господи, что не с волосами, почему они такие пластиковые? О, эмочка подъехала. У корейцев-то эмочки были, да? Бом-бом-бом, телебом-бом-бом. Мне надо было как-то туда попасть. Блять, че вы? Ты че прилипла-то своей жопой-то к ней? Куда мне идти-то вообще тогда получается? Ну, просто логически подумал, так может откроется что-нибудь. Потому что видно, что дверь интерактивно, она что-то открывается, хрену там, ё-моё. Может, песок взорвался, я не знаю, хоть что-нибудь здесь произошло. Но, видимо, я делал все не то. Я других выходов не вижу. Почему? Что это вообще? Ноги, блядь, что это? Что за честь? Почему они упали со звуком кирпичей? Так любезно подождал меня. Песок, блядь. Сука, песок, блядь. Посередине дороги песок. Насыпали. Эмочка. Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Холоди свой трахани, конечно. Это вообще, по-моему, ёб твою мать, чуть не ебанулся, конечно. Разовьемся. Да не знаю, что за фишка у русских, блядь, игроделов было такую музыку вставлять. На мозги действует.
Как удачами закончились на нем патроны. Кстати, с ней заставок намного меньше. Дела? Чего молчишь? Деньги на балансе кончились. Не боись, я рядом. В общем, судя по плану базы, я должна отключить вентиляцию. Иначе ты не проберешься к жилым отсекам. Короче, встречаемся у охранной комнаты. Вот козлина зажал просто, у меня патроны кончились. Почему ты не сдох? Милый, это мой друг. Вообще, по идее, даже мыши были воевать с зомби, блять, их жрать, блять. Ну, это по логике, конечно. Ну вот, составочки. Все понятно, блядь. Все понятно. Девять часов, опять же, мы вернулись к ней.
Ну, видимо, он не успел вколоть себе антидот. Подожди, а че это за... Как граната, что ли? Я так понял. А, все понял. Отлично. Теперь я знаю, как можно воевать спокойно, без особых потерь. Против зомби с дробовиком. Ну это, конечно, Питер, блядь, появился, блядь, в самом удачном месте. Какие-то баночки, скляночки. О, да, кажется, еще и спецназ есть. Блять, по двери уебали, все пизда, блять, в моей жизни. Хуё моё, блять, этот широглазый, блять, рамбо-отряд, блять, ёбаный ты в рот, блять. И откуда знал, блять, что они так появятся неожиданно? И у них есть G36. Пам-пам-пам-пам. Да, я понял. Мы, если нарисовали нормальную карту, значит, нам надо идти туда. Значит, у нас путь только один. Вниз. Тут к бомжу не ходи. Он тебе все объяснит. Там просто газ, блядь. И чё-то пыль. Всё отлично.
Видимо, там будет очень жестко. Как я свалю, если тут трюпидра, блять, ё-моё, фу, блять, я не знаю, уже путаю команды, умри, узкоглазый, сука, их 4, оказывается. Надеюсь, я убил. Почему-то, сука, не сдох. Еще один, блядь. Конечно, МК такой себе, блядь, оружие в этой игре. Кусок говна, блядь. Пласнул своими пульками, ебашит и все. Где, блядь? Джет, ты уйди. Трава настолько высокая, что здесь ни хрена ничего не видно. Да. Извини, но свидание отменяется. Выполняйте... Ёб твою мать, какая же она пластмассовая. Все, я понял, ее так, видимо, убили, да? Значит, получается, 8-й остался живых. Господи, блядь! Понятно. Парищенко убирается в зомби. Стрелу, блядь, застрелили. Остался 8-й. Все, остался 8-й. Не знаю, либо эта игра зависла, или ты, как обычно, типа, блять, полгода что-то ждет. Три часа до юбилея стрелы. Сука, вы заебали уже, блядь. О, Парищенком. Мы играем Парищенком. Все отлично. Никогда в компьютерных играх еще Парищенком не играл. Блять, ну это даун. И в итоге он сам себя убил. Топ. Опять эти узкоглазые. По идее, за Парищенко должен тоже не очень долго. Потому что мы, это было стало понятно, то что спойлерили. Что Парищенко встал.
зомби. Почему они не убили зомби, блять? Хуй его знает, блять. Какая-то логика очень странная местами. Блять, по-моему, завел его. Тут вообще жесть творится, блядь. И куча мышей, и зомби, и спецназ, и прочий кусок говна, блядь, какой-то. Вижу лазер. По-моему, он стебется надо мной, эта игра. Да, поехали, тележку толкай. Очень... Блять, как же это бесит, когда вот ты, блядь, нажал кнопочку, блядь, ты дернул рычаг, блядь, и еще надо тебе что-то сделать. А вообще, кажется, тебе не туда вообще надо идти, блядь. Нахуй тогда мы вообще открывали. Господи, лаги. О, боже, блядь. Игра прекрати... А, это УБС шалит, уёбище, блядь. Поносная, блядь. Сука, тут как он мне бесит. Тут саны УБС, блядь, под выходные, блядь. Да, это божественно. Вечно какие-то саны турнир по... Доте, блядь, лола и прочему говну, блядь. И на выходных вообще саны ценял уже стримить. Главное почти... Почему почти? Полтора часа отстримили? Это первый баг, ну точнее лаг. Ой, блять, искусственное, блять, увеличение время прохождения, блять, это. Мы, блять, вспомните, противников везде, вот ты где-то был там 3 секунды назад, ты можешь опять там тебя распамят. Есть. Я... Вообще, это очень плохо. Если бы, конечно, бегать умел. Если бы я, конечно, бегать умел. Но, блять, какого-то хуя бегать не умею, блять, ты... Согласись. Почему я бегать не могу? Почему я бегать не могу?
Главное у меня... Только патроны дробовиков остались, блядь. А спецназа, блядь, с G36, блядь. Ну там я сейчас патроны для дробовика на исходе. Блять, можно назвать разработчиками адекватными вообще? Вот как можно назвать? Никак. Потому что так игры не делаются. Ни одна, блядь. Ну, блядь, имбецилов разработчиков, блядь, настолько много оказывается. На всю историю, блядь. Вместо того, то, чтобы она покатилась по земле, блядь. Блять. Пусть они идут сюда тогда. Ну вот, как вот можно пройти эту миссию? Никак. Никак! Больше надо дать. Больше. А не ты. Блёж подошёл. Почему они выжили? Какому хуя выжил, блядь? Я не знаю. Он там почин... Чем почин? Он труп был. Это хорошо, что я засейвился. Надеюсь, вот там трупы, да? Удачно, я кинул удачно. Настолько удачно, что... По-моему, отлетел, блядь. На 7 световых лет. Назад. Ой, блядь, иди нахуй, иди просто, иди нахуй, блядь. Просто реально, просто пиздец, одним словом. За белого играть тяжелее. Потому что у него, блядь, почему-то каких-то дохрена всяких врагов, блядь, различных, блядь, в количестве и в качестве. Фото какой-то, блядь. О, калаш. К нам подъехал калаш.
Почему-то щиток издает звуки, как, блять, машинка для стрижки. О, еще одна моделька женского персонажа, отлично. Почему в Корее, блядь, в Северной Корее, блядь, делают не похожи на корейцев люди? О, хрена. Компьютер, больше ничего. Сходить, тыкать во все углы. Давай-ка мы смотрим, что там. Что вообще такое? Технический блок. Технический блок. Видимо, мы не можем попасть туда. Ладно, пойдем наверх. Что это вообще за звуки? Где-то что-то открывается, а где-то что нет. Что за звуки? Ну, если я, конечно, уверен, то вам так надо сделать. Оп, оп, все.
Бля, как же просто забыл. По крайней мере, одного я завидел вообще. Ну. Что то хуйня, то это хуйня. Блять, это реально, вот почему, где логика, почему спецназ не атаковал зомби, почему зомби не атаковали спецназ, почему крысы не атаковали зомби, почему крысы не атаковали зомби, почему, блять, крысы не атаковали зомби, опять тузупил, блять, спецназ. Почему эта установка, блять, ни у кого не пыталась убить? Не зомби, не это, не спецназ. Нога. Нога. Полагаю, пришли за мной из-за. И давно мы в этой аспеку. Нам не. Секунду. Вас не предупредили, баба. Они в своем репертуаре. Саму комплексу распылен вирус инстинкт. И вы теперь заражены. Сколько вас всего? Осталось трое. Надеюсь. Какой же мерзавец этот первый. Видели здесь чудовище со стеклянными глазами? Вас ждет то же самое. Максимум через 6 часов процесс станет необратимым, а то и раньше. Вирус превращает людей в тупых, беспощадных зомби. Твою мать. А вакцина есть какая-нибудь? Откройте-ка этот контейнер. Код TC752EFA. И пи. Но здесь только одна ампула. Не волнуйтесь, я дам вам еще. Уколите же, ну. Почему тогда он? Типа он скажет, ай, ты наебал, ха-ха-ха. Все, блин. Господи. Блин, что за хуйня происходит? Легкий побочный эффект. Силы скоро вернутся. И вы даже не представляете, какие. Признаюсь, я вас обманул. У меня нет вакцины. Есть антидот. Вон он лежит. А вам я вколол. Протавирус. Протавирус инстинкт. Умоляю, выслушайте меня. Антидот приостанавливает действие вируса всего на 10 часов. А зараженный человек все равно обречен. У вас в крови протавирус инстинкт, за которым теперь все охотятся. Негодяи с его помощью смогут создать самое страшное в истории человечества оружие. Будь проклят этот первый. Он обманул нас, понимаете? Изначально у нас была благородная цель создать уникальную вакцину против большинства неизлечимых болезней. Ну-ну. Как ни странно, противоядие содержится в самом вирусе. По формуле, которой в вашей крови, ученые в считанные часы создадут вакцину, полностью уничтожающую его действие. Понимаете, для чего вы мне нужны? Ведь десятки лет такие же исследования велись и правительством США. У вас есть шанс не допустить мировой катастрофы. Свяжитесь с моим другом, академиком. Ему можно доверять, он знает, что делать.
Возьмите антидот для ваших друзей. Поспешите к академику. Времени мало, меньше суток. Но для вас еще не все потеряно. И для миллионов людей. Ноздри топовые. Скоро пройдет. Через час-два родовирус сделает из вас суперсолдата. Еще и поэтому все охотятся за инстинктом. А теперь и корейцам, и координатору нужны именно вы. Так что сверхспособности будут очень кстати. Ну что ж, я безумно счастлив, профессор. Правда, вы станете похожи на этих зомби, но пока только внешне. Часов через 20 обратного пути уже не будет. Постарайтесь успеть. Это все? Есть у меня подозрение, что координатор работает не один. Ну и? Я уверен, что кто-то из вашего отряда отлично понимал, куда и зачем он идет. Угу. Намекаете, что среди нас был предатель? Или есть. Ведь остались еще двое. Но кто-то точно работал на первого. На кого? Товарищ первый. Он же координатор, он же Михаил Иванович Козлов. Этот гад ни перед чем не остановится, но получит протовирус. То есть вас. Понимаю, учту. Теперь уходим отсюда. Времени у нас мало. У меня осталось меньше часа. Потом я стану таким же чудовищем, как все, кто здесь работал. Это расплата за мою ошибку. Ну и думаю, мы на этом закончим, конечно, этот стрим. Я так понял, мы прошли пол игры только 20 часа спустя. Просто летянут, они просто вот от всех лиц могли бы, я не знаю. На этом мы закончим этот стрим. Если дальше косяков не будет с какими-нибудь врагами, вообще было бы это играть идеально. Идеальный русский шутан, блять. Тут даже сюжет адекватный. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо, кто подписался. Всем удачи, пока.